Добрый день, уважаемые подписчики! В данном видео мы с вами свяжем такой вот очень интересный узор. Он простой и смотрится эффектно. Так выглядит его лицевая сторона. И не менее симпатично выглядит изнаночная сторона. Вот иногда даже не знаю, какая из сторон мне кажется более привлекательной. Раппорт данного узора состоит из нечетного количества петель и 4 рядов. Приступим к вязанию. Первый ряд. Первый ряд мы провязываем весь ряд лицевыми петлями за переднюю стенку. Второй ряд, переворачиваем вязание, второй ряд, также весь ряд вяжем лицевыми петлями за переднюю стеночку. Так продолжаем вязать до конца ряда. Третий ряд. Кромочную петлю снимаем, провязываем одну лицевую за переднюю стенку, вторую петлю снимаем не провязанной, рабочая нить перед работой. Вот, одну петлю лицевой за переднюю стенку, одну снимаем не провязанной, рабочая нить перед работой. И так мы вяжем до конца ряда, чередуя лицевую за переднюю стенку и одну непровязанную рабочую нить перед работой. В конце ряда будет одна лицевая петля. И приступаем к четвертому ряду. Кромочную петлю снимаем, провязываем одну петлю изнаночную, одну петлю снимаем, рабочая нить за работой. Повторяем, изнаночная петля, одну снимаем, рабочая нить за работой. Так чередуем до конца ряда, и в конце ряда будет одна изнаночная петля. Далее повторяем узор с первого ряда по четвертый. Если вам понравилось данное видео, пожалуйста, пишите ваши комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Спасибо вам за просмотр!